отъехал маленечко от Полорема, поехал в город отремонтировать телефон. Ну вот уже местный индийский колорит. Это бас-стенд. Конечно, здесь гораздо чище, чем в обычных городах. Все-таки туристический штат. Ну вот, как вы сами видите. О, два поля. Посигналил нам, вот демонстрация какая-то идет. Студентов. Такая бас-стейшн. О, спасибо. Вот что-то мне дали. Видимо, против произвола и коррупции местных властей. Вот. Автобусы, если что, понимаете. Вот такие вот цены на местных автобусах, о которых я вам снимал. Как вы видите, они все ездят, да, близлежащих только мест. То есть вагон туда едут, максимум Маргау, больше вы никуда не доедете. Остальные близлежащие места едете очень-очень долго. Максимум, вот, да, до Маргау 36 километров, дальше автобусы не едут. И так со всех станций. То есть, допустим, до Рамболи 100 километров вы не доедете напрямую, вам надо пересаживаться будет из Маргау до Мапуса, из Мапуса до Рамболи. Вот. Лады. No, I have bike only. Вот, пойду я искать, где отремонтировать телефон. Ну, вот такая вот автобусная станция. Где-то здесь должен быть ремонт телефонов, что я и ищу сейчас. Конечно, техника здесь улетает. Не знаю, с чем связано, с климатом, с влажностью, но я постоянно что-то ремонтирую. Ну вот, такая вот местная бас-стейшн, вот такие вот автобусы в Индии. Сядьте, проедьте ради колорита, интересно. Там будут индийцев много, они на вас будут смотреть. Вот. Все, пойду искать ремонт телефона.